Привет, друзья! Иногда бывает трудно поверить своим глазам, особенно когда то, что ты видишь, противоречит всем известным законам физики, логики и здравого смысла. Уверяю вас, фотошоп тут ни при чем. Только ловкость рук и никакого мошенничества. Прости, Ньютон, но мы сломали твою физику. Будь в радиусе, и ты увидишь как. Кажется, мы прервали вечеринку. Не хотелось бы оказаться с ним на одной дороге. Когда нечем заняться перед ужином. Что вообще тут происходит? Вингардиум Левиоса. Главное – подобрать правильную систему противовесов. Ловкость рук и много свободного времени. Очень много свободного времени. Обычный рабочий день. У меня такое было, когда пытался открыть несколько окон на рабочем столе. Я просто обязан это повторить. Да как ты вообще там оказался? Джип по размеру. Код 2.0. Облегченная версия. Кажется, у нас новый супергерой. Когда игра в Дженгу немного вышла за рамки. А вот это я вообще не знаю, как без волшебства сделать. Подпишись, ставь лайк, напиши коммент. Короче, будь в радиусе.